Кабы я была царица, третья молвила сестрица, я для батюшки царя. Ну, чего ты молчишь? Слушай, ну какой же ты смешной. Ну, конечно, Пушкин, Александр Сергеевич. Да в школе, третий класс. Да почему, почему? Настроение хорошее. Ну, скажи, что дальше было? Я для батюшки царя? Да ну почему? Я не издеваюсь. Пусть не то, что мне не рад, что ли. Вот видишь. А я тебе сюрприз приготовила. Какой, какой? А не скажу. Вот так вот. Ну ты где? Да иду, иду. Давай быстрее. Войдите. Открыто! Здрасте, Николай Николаевич. Здравствуй, Тоня. А где Лариса? А она в туалете, тошнит ее. Отравилась? Съела чего-нибудь? Беременна она. Но как? А ты откуда знаешь? Ну как откуда? Все знают. 3 месяца уже. Лара. Коля? Зачем ты пришел? Тебя же могут увидеть. Почему ты мне не сказала, что беременна? Ну и что бы это изменило? Ты же все равно на мне не женишься. Сказала бы раньше, мы бы что-нибудь. Аборт я делать не буду, так и знаю, это мой ребенок. Я не про аборт. Он не только твой, он и мой. Он наш. Коленька, я не знаю, что мне делать. Я так тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Thank you.
Привет. Привет. Ты что, выпил? Глоток коньяка с ребятами. Праздник же. Ну ладно, давай мой руки и прошу к столу. Ну давай быстрее. Старый ты осел. Свечи в торт ставят только на день рождения. А у нас сегодня как раз день рождения. День рождения нашей семьи, 23 года. Шампанского выпьем? Извини, Нин. Ни есть, ни пить не могу. Две смены отпахал. Пойду лягу. Да. Привет. Как прошло торжество? Привет. Какое торжество? Пришел, ни рук, ни ног. Две смены отпахал. Не было его вчера на смене? Да как не было? Может, ты не заметил? Да, конечно, его не заметишь. Когда он в цеху, его и видно, и слышно. Я тебе говорю, не было его вчера на смене. Подожди. А где же он тогда до вечера был? Нин, а ну-ка сядь. Что? Сядь, сядь. Слушай, сама не видела, врать не буду. Но по заводу слух ходит, что твой Николашка шашни крутит с Лариской Агеевой. С кем? Да с кадровичкой. Да ерунда. Она же малолетка. Ерунда не ерунда. Ты бы, может быть, ему... Ну, допрос учинила. Так вот, так сходу, мол, знаю я, дорогой, про твои гулянки. Понимаешь, о чем я? Ну, скандал ему устрой. Ну, покричи так, чтобы соседи услышали. Клав, да не умею я. Я сроду на него голос не повышала. Угу. Так ведь раньше же, наверное, по девкам не бегал. Или бегал? Нет. Да нет, не бегал. Не бегал. Слушай, может, это у него уже седина в бороду, а бес в ребро? Да нет. Не может быть. Я же его люблю. Он мне тоже... О, тоже мне аргумент.
Ты что, не знаешь, Анатолий у меня третий муж. Я все это давным-давно прошла. И огонь, и воду, и Крым, и Рым. Так что поговорить тебе надо. Лав! Лав! Да иду! Работать, иду! Подожди меня, потом договорим. Угу. Привет, куда бежишь? Потом, все потом. Лев Константинович! Что? Вас просили зайти. Кто просил? Главный. И что? И совсем не в духе. Вот сейчас с пациенткой закончу и зайду. Передай, что обязательно зайду. Все. И не беспокоить! Лара, я вот не пойму, ты что, собралась рожать ребенка? Я ведь не Коля. Меня на слабо не возьмешь. Я предупреждал, с меня взятки гладкие. Лев, а что ты так испугался-то? Мне от тебя ничего не нужно. Мне нужно Колю к действиям подтолкнуть. А то он хочет и нашим, и вашим, и любовницу, и жену. А чего ты добиваешься? Чего-чего? Женился, что? По квартиру, что разменял? Что, мне всю жизнь по общагам мыкаться? Ну, это понятно. А ребенок? Ребенок, Лева? Это уже по твоей части. Не понял. Мы же договаривались. Господи, ну ты же врач. М? И что? Вот и пораскинь мозгами, Лёва. Ну ты стерва. Да. Андрюш, ну начни отсюда. Ты выиграешь и по месту, и по времени. Думаешь? Ну смотри. Извини, Андрюш, я сейчас, да, я на минутку. Что случилось? Николай Николаевич, Ларисе совсем плохо. Увезли ее на скорой. Куда? Сказали, в больницу. Ну, а там сами знаете, какие условия. Койку в коридоре поставят, и не пикнешь. Ларечке бы в роддом надо, на сохранение положить. Как же так? О, Боже. Хорошо, я сейчас к ней поеду. Ой, нет. Ларечка сказала, сегодня не надо, а завтра утром подъедете, как раз с врачом поговорите заодно. Да? Хорошо. Хорошо. Ну, я пойду. Спасибо тебе, Тонь. Понятно. Хорошо. Тут не получается, да? Заболела? Нет. Ужинать будем? Коль, поужинаю сам, там все в холодильнике. А ты чего не ужинаешь? Коль, а ты ничего не хочешь мне сказать? Ты о чем? О Ларисе Агеевой, например. Узнала. Донесли. А это не секрет, Коль. Оказывается, весь завод говорит о ваших шашнях с Агеевой. Ну и что говорят? Говорят, Самохин с ума сошел. Говорят, крутит с девчонкой, которая ему в дочери годится. Коль, может, это неправда? А? Значит, правда.
Но как же мы дальше? Жить будем? Что же ты наделал, Коля? Всю жизнь под откос пустил. Не, ну под какой откос? Дочку вырастили, замуж выдали. Внучка растет. Квартиру им купили. Да я не об этом, Коль. Я о любви нашей. Куда же надевалась-то? Коль, а может это наваждение? Я не знаю. Как говорят, легкое увлечение. А? Нет, Нин. Лариса ждет ребенка. И я ее люблю. Ребенка ждет. Ну, и как же мы жить дальше будем? Чего молчишь? Соври что-нибудь. Я хочу жениться на ней. Какой же ты предатель. Алло, Ларис. Что-что? Да, я понял, сейчас приеду. Алло, Андрюш, привет. Ты знаешь, что-то я, ну, плохо чувствую себя. Не приду, да. Просквозило, не знаю. Ты пока покрутись без меня, а завтра я, думаю, появлюсь. Спасибо, пока. Господи, как я устала. Я домой хочу. Клавуля, Клавуля, фреза 30-я. Зайдешь потом, распишешься. Благодарствую. Ой, голова как чугун. Ой, какая ты невеселая. Что-то ты мне не нравишься, подруга. А ну, давай выйдем, поговорим. Давай, 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 пойдем, пойдем. Да, забрал вчера. Поварили. Вась, да. Дуй отсюда, нам поговорить нужно. Давай, давай, давай. Ну, ты поговорила? Что он сказал? Сказал, что любит Агееву, что собирается на ней жениться. Сказал, ребенка она ждет. С ума сойти. Вот сволочь. И уже ребенка успели сделать. Клава. Как же жить дальше? Не понимаю. Хоть топись. Так, только давай не начинай. Топись. Пускай он топится. С ума сойти. Ну, ну раз так, раз ребенок, гони ты его к чертовой матери, к этой Лариске. Куда?
Она в общежитии живет. А это уже его проблемы. Пускай квартиру снимет. А ты давай, подавай на развод и на раздел имущества. Клав, как жить? Как жить, я не знаю. Только не начинай, не расклеивайся. Пойдем работать. Давай. Пойдем, подруга. И не такое переживали. Прорвемся. Николай Николаевич, ну нельзя же так. Беременность осложненная. Процесс протекает непросто. Но вы сами понимаете. Вашей жене... Она не жена. Ну хорошо, ваши подопечные. Необходим покой. Хорошее питание. Овощи, фрукты. Но главное – покой. Она женщина нервная, стрессонеустойчивая. Так что режим, еще раз режим. Ну какой режим? Она живет в заводском общежитии, а там, сами понимаете. Нет. Нет. Общежитие категорически не подходит. Вы должны для Агеевой устроить комфорт, уют. Я смотрю, вы как-то безучастны. Молодая женщина, первая беременность, осложнение. А у вас как-то все легко. Ох, доктор. Сам не понимаю, что делать. Так и я не понимаю. На сохранение ложиться отказывается. Ни меня, ни вас не слушает. А ей в любой момент может стать плохо. И что? Скорая привезет к нам. Мы же не будем ее держать всю беременность. Мы районная больница, а не центр для сохранения мамочек. Так что... Не знаю. Ну, снимите ей квартиру. Обеспечьте ей все. Но ведь в конце-то концов вы отец ребенка. Возможно. Спасибо, доктор. Я могу ее увидеть? Сейчас нет, а она на капельнице. Завтра. Завтра вы можете ее увидеть. Часиков 5 где-то. Спасибо. Андрей, ты же говорил, что у тебя знакомая квартиру сдает. Скажи мне адрес. Нет, нет, я запомню. Ага. Да. Хорошо, спасибо. Ой, бабоньки, прям не верится. Я не помню, когда мы последний раз премию получали. Ой, да ладно. Другую эпоху живем. Да? Да, в Сочи, из Норильска. Пока. Пока. Чуть пониже. Лав, че ты несешь? Какую другую? Ну как какую? Капиталистическую. А раньше жили социалистическую. Ну и чем та лучше этой? Ты не помнишь? Мы же премию каждый месяц, каждый квартал получали. За выполнение плана. Да? А когда не выполняли? Ну а дирекция на что? На 92 выполнили, 102 написали. Ой. Так, а ну стой. Тебе деньги сейчас в самый раз. Я тебя завтра с одним адвокатом познакомлю. Мужик на ходу подметки рвет. Он ваше имущество так поделит, что ни книг твой с голым задом останется. Клавочка, ну не по-человечески. 23 года душа в душу прожили. Ну не верю, я понимаешь, не верю. Ты верь. Ну, давай, пока. Не давай. Верь. А если что? Клава, вот что-что? Это ты у него спросишь, когда он Лариску тебе в дом приведет. Никого он не приведет. Да ну тебя. Ну, ты чего? Коль, я не буду здесь жить, в этом сарае. Ну а почему? Здесь не так плохо. Я прожил целую неделю. Поменял матрас на кровать. Кое-что из посуды купил. Будем жить вместе. Нет, знаешь, Коля, я, наверное, лучше вернусь в общежитие. Нет, но врач сказал, тебе нужны тишина и покой.
Ну вот ты уйдешь на работу, а мне одной здесь быть. Мне страшно, Коль. Хорошо, я постараюсь найти другую квартиру. А ты пока оставайся, поешь, еда в холодильнике. Я скоро вернусь. Коля, подожди, ну вот, а жена твоя, она же не беременная, она одна. Может быть, она здесь поживет, а мы с тобой там, в вашей квартире. То есть я Нину должен выгнать из ее собственного дома? Ну, конечно. Но только меня же можно по трущобам таскать. Ну, ладно, да. Нет, ну, я даже не знаю. Что, Ларис, в больницу? А? Я не знаю. Ладно, вставай. Аккуратно. Все, поехали. Поехали. Тихо. Тут порожек, аккуратно. Значит, смотри. К заявлению о разводе прилагается свидетельство о браке и справка об уплате госпошлины. А в заявлении ты напишешь о своих требованиях о разделе совместного имущества, поняла? Ничего такого писать я не буду. Ну, ты подумай, какова моя зарплата и какова его, начальника цеха? Ну, не дури. Ну, кто дом вел? Ты? Кто дочку родил и воспитал? Ты? Это что, ничего не значит? А? Явился, не запылился. Прикрой. Привет. Здрасте. Зачем пожаловали, товарищ Самохин? Мне надо поговорить с Ниной. А теперь все разговоры в суде, при разводе. Я написал заявление, оплатил все расходы и за себя, и за Нину. Ах, ну надо же. Какое благородство, товарищ Самохин. Клава, оставь нас одних. Я прошу тебя. Ну ладно, хорошо. Проведи. Здрасте. Здрасте, здрасте. Это ж как у тебя, паскуда, совести хватило сюда заявиться? Ты пьяная, что ли? Клавочка, ты иди, мы сами. Обалдеть. Ну, знаешь, Нин, я всякую наглость видела. Но чтоб такую... Клав, иди, ну не мучай ты меня. Ой, господи, Нина, Нина. Сейчас, извини, я... Давай я тебе сейчас объясню все. Коль, чего объяснить-то? Ты не нервничай, я все понимаю. Но у меня не было выхода, понимаешь? Я не мог ее оставить там. А у Ларисы очень тяжело протекает беременность. О, ну да, да. Я постараюсь что-нибудь придумать, но пока... Угу. Пока пусть поживет как гости. Как кто? Как гости. А тебе не кажется, что гости здесь я? Нин, я там снял комнату. Светлая.
если совсем тяжело, ну, поживи какое-то время там, пока мы не утрясем все вопросы. У меня оплачено там за 3 месяца. Черт подери, ну ты же не беременна. Я не беременна. Я не беременна. Я, Коль, просто мертвая. Ты кушай, Ларис, кушай. Спасибо. Да что ж ты нас без ножа-то режешь, Самохин, а? Да где я тебе сию минуту новую кладовщицу найду? И потом ее же обучать надо, чтоб хотя бы в инструменте что-то понимала, а? Что у тебя за шляпа под хвост попала, а? По семейным обстоятельствам. Короче так, Нина Ивановна, по семейным или не по семейным, а 12 дней обязана отработать. Это понятно? Иначе я тебе трудовую книжку на руки не отдам. Вот так. А еще и уволю по статье. Увольняйте по статье. Нин. Нин, ты чего ты? Ты что, из-за этой вот, да? Ты вот из-за этой, да? Да лучше я ее уволю. Хочешь? Хочешь приказом? По статье, она ведь которую неделю по бюллетню не выходит, а? Не получится. Беременная она. Да ладно. Все-таки добегался. Милая моя, голубушка, ну не надо. Я понимаю. Я понимаю, такая доля бабья. Ой, я ведь сама 7-й год в разведенках живу. И ничего, ты знаешь, держусь. А недавеча вот просился. Не пущу. Нинка. Нинка, ну хотя бы несколько дней. Ну, ну цех ведь станет, Нина. Клавка одна не сдюжает. Ну, Нина, ну хотя бы несколько дней, а? Ну, хорошо, хорошо. Несколько дней. Хорошо. Вот и ладно. Вот и ладно, хорошо. Ну? Ну что вы так смотрите? Вы все равно уже билет купили. Мне больничный закрыли, завтра на работу. Что мне, мятые вещи, что ли, с чемодана одевать? Надевать. Ой, да какая разница? Говорил же вам Коля. Николай Николаевич, переехать в ту комнату. Ну нет, нужно здесь, живым укором. Что здесь происходит? Да. Его тут... Вещи разбираю. Это что? Деньги. Тебе. А откуда у тебя деньги? Я машину продал. Это за твою часть квартиры. Не понимаю. Но ты же уезжаешь. Мне сказали в заводоуправлении. Коля, мне твои деньги не нужны. Нин, тебе не нужны, дочке понадобятся. Возьми. Откупился. Смотрите, ой. Нина Ивановна, это билет на проходящий, командировочный сдал. Это прямо сейчас? Нет, что вы, через 2,5 часа. А. Угу. Боковой плацкартный, ну какой сдали. Катюш, не любой, даже сидячий подойдет. Да ну что вы, сидячий, ехать больше 2 суток, не ближний свет. Спасибо тебе огромное. Я побежала, Наташке привет передавайте, хорошо? Обязательно. Удачи. Thank you.
А говорили на другой конец города. Это бизнес, дамочка. О цене договорились? Договорились. 300 рублей. Совести у вас нет? Совести нет. А деньги есть. Машенька! Здравствуй, мой родной! Мам! Хороший! Ну ты чего? Ты же сказала, во вторник приедешь, мы бы тебя встретили. Я билет поменяла, захотелось вас поскорее увидеть. Ну, показывайте свои хоромы. Пойдем, тебе помочь? Пойдем. Так. Оп, давай. В прошлом году Леша работал в строительной компании. Дом почти закончили, и вдруг хозяин компании исчез. Квартиру продал по 2 раза. Все деньги украла. Крайним хотели Лешу сделать. Почему ты не писала? На что вы живете? На случайные заработки Леши. На постоянную работу он устроиться не может, а вам звонить запретил. Мам, я вообще его не узнаю. Он какой-то дерганый стал, нервный. Выпивать начал. Мы с ним ссоримся постоянно. Мам, мне очень тяжело. Машке колготки купить не могу. Я себе вообще забыла, когда что покупала. Я сейчас. Мам. Подожди. Это на тебе. Держи. Мам, это что? Это деньги. Это мне дал твой отец. Ну, чтобы я уехала. Подожди. Как уехала? Мам, я... Я не понимаю. Да нечего понимать. Бросил он меня, ушел к молодой. Теперь они ребенка ждут. А деньги... Деньги он машину продал, чтобы... Чтобы от меня откупиться. Мам. Дочь. Нет у меня Николая ни двора. Только ты осталась. И Маруська. Мам, мам. Мам. Я тебя так люблю. Бабушка, бабушка, папа вернулся. Ой, привет, моя радость, привет. Эй, где там наша мамуля? О, у нас гости. Здравствуй, Леша. Здравствуйте. Дорогая теща к нам пожаловала. Ну что, уже выпил? Ребята угостили. Я им помог в одном проекте разобраться. Не могли понять, где какие трубы прокладывать. Все за бутылку? Нет, вот еще 1000 дали. Обедать-то будем? Пиу. Иди руки мой. А отметить приезд тещи? Я тебе сказала, иди руки мой. Так ты чего командуешь? Я, может быть, хочу отметить приезд тещи, как полагается, отблагодарить. Алеш, не надо благодарить. Давай вместе поужинаем и ложись, а? Так, значит, да? Я ведь по-людски хотел. Ну и ладно. Достало. Деньги забрал. Теперь явится под утро. И вот так мама каждый день. Ничего. Прорвемся. Thank you.
О, черт. Извиняюсь. Твою мать. Наташ! Наташа! Чё эта мать поднялась в такую рань? Мне в ванную надо, там она. Мне опаздывать нельзя. Мам! Мам, пусти Лёшу ему на собеседование. Да-да, конечно. Пусть идет. Ой. Прости. Угу. Слушай, сделай мне по-быстрому бутерброд с колбасой и чаю налей. Колбасы захотел? У меня на колбасу денег нет. Это все? Ты скажи, мы на это жить как будем? Я за квартиру чем буду платить? А чё ты завелась-то с утра? Начался день, блин. Доброе утро. Угу. Что случилось? Вот посмотри, это все, что он мне оставил. Наташ, я ждала тебе вчера денег. Мам, да дело не только в деньгах. Его сейчас на работу не возьмут, он опять в запой уйдет. Ладно. Мам, ты, пожалуйста, Машу покорми, а я пойду сбегаю, нам что-нибудь к завтраку куплю. Нет, я сама схожу в магазин, а ты с Машенькой останься, а я заодно и городишко ваш осмотрю. М? С вас 950 рублей. Простите, а вот у вас при входе написано «требуется продавец». Это правда? Да, правда, требуется. У нас ушла девушка одна в декрет. Требуется кассир на кассу. А с кем я… Ваша 1000. Могу поговорить о работе. А, пройдете сейчас вон в ту дверь, там поговорите с нашей заведующей. Спасибо. Спасибо вам большое за покупку. Приходите еще. Спасибо. Значит, медицинской книжки нет? Нет. Извините. Но без медицинской книжки я не могу вас взять на работу. И я не хочу иметь проблемы с санэпидемнадзором. А как я могу получить книжку? В районной поликлинике. Пройдете обследование, если у вас все в порядке со здоровьем, через полмесяца получите книжку. Извините, а… Ну, побыстрее никак нельзя? Ну, поезжайте в Москву, в медицинский центр, метро Алексеевская. Там вам сделают за 5 дней, но это платная услуга. Конечно. Я понимаю. Да. Спасибо огромное. Пожалуйста. Спасибо. Значит, я через недельку забегу? Да-да, забегайте. Угу. Паспорт. А? Да-да. Спасибо. Угу. Машунь, давай скачи, будем кашу есть. Давай, паркуй своего ослика. Ну, как вы тут? Привет. Наташ, мне надо в Москву съездить. А что случилось? Зачем в Москву? А, я потом расскажу. Скажи, у тебя расписание электричек есть? Да автобусом быстрее будет. А, ну хорошо. Ты чего столько накупила? Нормально. Марусечка, бабушке надо в Москву съездить. Бабушка, ты заобещала, что мы пойдем покупать карандаши. А мы поедем только завтра, ладно? Да. Хорошо, а я вечером вернусь. Во,
Бабушка, ты же обещала, что мы пойдем. Я обещала, я сделаю. Наташ. Да. Ешь кашу, давай, ешь. Ты деньги перепрячь. Вдруг Алексей наткнется. Мам, ну зачем ты так про Лешу? Хорошо, перепрячу. Ну ладно, я поехала. Давай, пока. Давай, жуй. Ой, ой, давайте помогу. Ой, спасибо, спасибо. Осторожно. Спасибо. Вот спасибо. Так. Ой. Хорошо, место есть. Жарко. Ой, да. Вот дожила. По лестнице не подняться. А вас как зовут? Нина. А меня Валентина Григорьевна. Очень приятно. А вы москвичка? Нет, я в Москву по делу еду. А я вот домой. Артрит. Ездила в травницу, в деревню. Ой. Может, лучше к врачу? Ага. Я уже в поликлинику находилась. Говорю врачу, что ж ты все лечишь, лечишь, а мне легче не становится. Он говорит, бабусь, чтобы было легче, нужны деньги, и немалые. Прямо так и сказал. Да, болеть сейчас накладно. Ну вот, через 2 часа будем в Москве. Угощайтесь, домашние. Спасибо. Ой. Вкусные. Ага, спасибо. Метро. Мне нужно медкнижку сделать. Я хочу сегодня анализы сдать, успеть по врачам побегать. Да? Ой, Дин, а? Ну так вы же опоздали. Ну ведь анализ с утра сдаю, а кровь вообще натощак. Точно, я не подумала. Ну? Придется возвращаться. Да ничего, вот еще ерунда. Ничего, сейчас пойдем ко мне. Я здесь недалеко живу. Переночуем, а завтра утречком. Спасибо, но мне неудобно как-то. Да все удобно, все удобно. А вы... А домашние? А, нет. Никого нет. Мы вдвоем живем с сыном. Он уехал на 4 дня повидать своего сыночка в Питер. У него каникулы. Все удобно. Пошли, пойдемте. Пошли, пошли. А когда уже придет бабуля? Не знаю. Должна была уже приехать. И не звонит. А папа куда пропал? А вот и папа твой явился. И опять на рогах. Папа, папа, вернулся! О, цветочек мой. Папа, где твои рога? Чё ты сказала? Это кто тебя научил? Какие рога? Не трогай ребёнка! Какие рога? Убери! Убери руки от ребёнка! Иди отсюда! Сейчас у меня получишь! Чудовище! На себя посмотри! Хотела дочку предупредить, что сегодня не приеду, а никто трубку не берет. Ну и ничего, не волнуйся.
Попозже позвонишь. Сейчас я тебе покажу Сашины фотографии. Вот, смотри. Ой, здесь вот, вот он сразу после училища. Молоденький совсем. Он по призванию пошел. Его отец тоже был потомственный военный. А мой Сашенька, он герой. На Кавказе воевал, ордена имеет. Потом тяжелое ранение было. Вот теперь в отставке. А, интересный у вас сын. Да. Лицо такое хорошее, открытое. Да. И лицо открытое, и душа нараспашку. А теперь таким очень трудно живется. Каждый норовит ему в душу плюнуть. Ой, кто это к нам? Так поздно. Иду, иду. Ох, вот раззява, ключи забыла. Саша? Здравствуй, мам. Здравствуй. Сыночек, что такое, что случилось? А? Ты же хотел 3 дня с Юриком побыть. Хотел, не хотел. Не виделся я с Юриком. Она его в Турцию отправила на все каникулы. А главное, оттуда позвонила, денег не пожалела. Пригрозила, что сына, мол, больше не увижу. Кошмар. И зря, мол, свою копеечную пенсию не трать. Прибереги себе лучше на лекарства. Да и как только язык повернулся, такое говорит. Ага. Не может быть, чтобы на нее управа не нашлось. Может быть, мам. У нас все может быть. Ну, ладно, ладно, сынок, ничего, ничего. Давай, пойдем, пойдем ужинать. Ну, сейчас подожди, руки с дороги помою. Ну, давай. Саш, у нас гостья. Какая гостья? Ну, сейчас увидишь. Ниночка, ну, познакомьтесь, это мой сын Саша. Здравствуйте. Да, а это Нина, моя новая знакомая. Она у нас переночует. У нее завтра в Москве дела, живет она за городом, ну что ей туда-сюда мотаться? Здравствуйте. Ну что вы, Ниночка, встали? Давайте, давайте, садитесь. Саша, пожалуйста, давай поужинай с нами. Я не голоден, мам, спасибо. Не буду вам мешать, приятного аппетита. Саш, ну ты же здоров. Саш, ну... Мам, ну что ты в самом деле? Ну я устал, ну, извини. Ну, Саш, ну что ты? Ну как, поешь ты без меня. Ну ты честное слово, ну не приличь. Я вообще кто это такая? Ну, мам, что, сколько ну, можно? Знаю, кто такой? Такой? Ну что ты такой? Ну в конце концов, как маленький ребенок, честное слово. Ну, я, ну нельзя же так себе вести в конце концов. Ну уже повзрослее немножко. Ну что, я вообще не могу никого привести, что ли, вообще? Саша! 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 Помогите! Сюда, Нина! Нина! Ой! Нина, помогите! Сейчас. Ой. 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 Сейчас, сейчас, сейчас. Алло! Скорая, примите вызов. Нет. Нин, там звоните с этого городского. Хорошо. Ему нужна неотложка из госпиталя. Да. Там телефон на это... Да. На календаре вижу. Записан. Алло, алло. Доктор, можно я с вами поеду? Нет, мамаша, да. Нельзя. Вы лучше медкарту найдите, она должна быть на руках. Да, да. Санечка, аккуратнее, аккуратнее несите. Голову придержите. Санечка, держись, аккуратнее. Держись. Аккуратнее. Вы родственница? Угу. Накапайте мамаши валерьянки, потому что ей самой может скорая понадобиться. А карточку завтра занесете. Всего доброго. Спасибо вам. Это 40 на 80. Давление ага. Снизилось. Это хорошо. Да. Лишь бы с моим Санечкой все было хорошо. Ну, успокойтесь. Врач сказал, починит вашего Сашу, будет как новенький. Дай бог. Валентина Григорьевна, вы меня извините, я случайно разговор ваш с сыном услышала. А что, Саша с женой в разводе? Да. Ой, как только начались вот эти приступы у него, так она его и бросила, и сына с собой забрала. Говорит, пока молодая, найду себе мужа здорового, ему отца богатого, не этого.
инвалида с грошовой пенсией. Успокойтесь. Теперь в Питере живут, а нам Саше даже видеться с ним не дает. Ну, успокойтесь, пожалуйста. Я думаю, Саша найдет выход из этой ситуации. Сейчас главное не волноваться и постараться уснуть. Mm-hmm. Хорошо? Mm-hmm. Идите, Ниночка. Спасибо. Идите, идите. Вам помочь? Не-не-не. Идите. Я вам там постелила. Mm. Идите. А я здесь немножечко еще. Спасибо. Да. Спокойной ночи. Спокойно. Бабушку найдем. Мам! Бабушка вернулась! Ой, мои дорогие! Ну, слава богу, я думала тебя с милицией искать. Ну, ты где? Я вам звонила. Вы не отвечали. А потом у меня зарядка села. Ну, ты понимаешь, пока анализы сдашь, пока справку получишь. Ну, я переночевала у Валентины Григорьевны. Я с ней в автобусе познакомилась. Чужой человек, ты такая доверчивая. Замечательная женщина. У нее сын офицер. И вообще, кому ее нужна? С ума сошла. Солнышко мое. Слушай, мам, а? Леша запила? Видимо, собеседование опять провалил. Может, его к наркологу сводить, а? Да он не согласится. О, все в сборе. Добрый вечер, теща дорогая. Добрый. Где опять шлялся? Представляешь, встретил Пичугина. Он после института в армию подался, уже старлей. Хорошо посидели. Ты работу нашел? Не, а сколько сейчас время? 1:00 ночи. О! Вовремя успел. Сейчас по телеку бокс будут показывать. Удар поворотом и тащит мяч. Не знаю, летел ли он в дальний угол, но тем не менее... Эй, я не понял. Леш, пожалуйста, иди... А ты что здесь командуешь? Здесь я командир. Ну, пожалуйста. Так, а ты что? Ну, перестань! Иди отсюда! Иди, кому говорят, старая кляча! Я милицию вызываю! Вставай, я тебе дам сейчас и милицию, и полицию дам! Еще раз вякнешь, получишь! Какая квартира? 6-я. 2-й этаж. Кого там черт принес? Мама, открой! Вызывали? Да, проходите. Здравствуйте, мы никого не вызывали. Встать! Угу. Документы. Документы? Наташ, принеси. Девушка, и свои, пожалуйста, захватите документы. А вы, гражданка, кто будете? Я мама Наташи, Котовой Натальи Николаевны. Я в гости приехала. И вы, пожалуйста, свои документы тоже приготовьте. Котов, Алексей Юрьевич. Что же мы, Алексей Юрьевич, жену избиваем? Да я ее пальцем не тронул. А почему у нее лицо в крови? Так упала. Бил он ее. Бил. Наталья Николаевна, напишите заявление на привлечение вашего мужа к уголовной ответственности за нанесение... Я ничего не буду писать. Напишет. Напишет. Утром сходите в травмпункт, снимите побои. Угу. И справку из травмпункта принесете к нам в отделение вместе с заявлением. А его мы сейчас забираем. Пусть у нас посидит. Отдохнет. Да я... На выход, Котов. Пошли, пошли, возьмите. Красавец, пошли. Да я ничего не... До свидания. До свидания. Я не делал ничего. Ну, не плачь, не плачь. Надо его наказать, чтобы потише стал. Мужики, может, как-нибудь договоримся? Договоримся, договоримся. В отделении договоримся. Да это теща! Давай в машину! Да, ей-богу, пальцем не тронул, ну честное слово! Вперед. В отделение. Пашка,
а ты мне купишь сегодня карандаши? Куплю. А игрушки? И игрушки куплю, все куплю, мой родной. Побежали. Вставай, пошли. А куда мама подевалась? Машуль, ты кашу съела? Угу. А то смотри, мне гулять не пойдешь. Съела? Угу. Мам, спрячь, пожалуйста. А то вдруг Алексей найдет. Я там 10 тысяч взяла. Так. О. Это я Маруськину подарок возьму. Ой. Остальные будут в моем чемодане. О. Бери, не стесняйся. Спасибо, мам. О. Здрасте. Здрасте. Мы в травмпункт заказывали. Хорошо. Обязательно возьми справку об обоих. Угу. А они там знают, какую. А мы с Машей детским заглянем. Хорошо. Все будет хорошо. Слушайся бабушку. Угу. Пока. Пока-пока. Бабушка, а зачем мама в больницу поехала? Маленькие, у мамы глазки заболели. Ты видела, она в темных очках? Угу. Ну что, пойдем в детский мир? Угу. Да? Пойдем. Маруся, ты посиди здесь, а я на минутку схожу в магазин, ладно? Бабушка, мы же идем карандаши покупать, а не хлеб. Я знаю, мы пойдем. Только никуда не уходи, поняла? Да. Да? Хорошо. Никуда. Извините, пожалуйста, а вы не могли бы за девочкой приглядеть? Хорошо. Я на минутку. Да. Хорошо? Хорошо, ладно. Маруся, а тетя не на шаг. Я быстро. Да? Все. Добрый день. Добрый день. А, я съездила в Москву, как вы советовали. Угу. Вот. Медицинскую книжку мне уже делают. Угу. А по этой справке сказали, я могу начинать работать. А. Так мы уже взяли продавца. Извините, вы опоздали. Взяли с медицинской книжкой. Что-то еще? Да нет. Извините. Спасибо. Пожалуйста. Бабушка, тебя кто-то обидел? А? Кто-то меня может обидеть? Конечно, нет. Ну, где у нас детский мир? А я тебе покажу. Ну, тогда вперед. Оп. Марш домой. Стоять! Что происходит, Алексей? Погостила и хватит. Давай уматывай на свои севера. А я не к тебе приехала, а к дочке с внучкой. И, позволь заметить, квартира не твоя. Не моя, говоришь? А может, документы посмотреть хотите? Там ясно написано, что моя и Наташкина. А будете права качать, вообще пожалеете, так, что на свет родились. Ты где отсюда?
подожди, ты куда? Не знаю. В полицию. Не надо в полицию. Наташа, почему его выпустили? Я не писала заявление, не снимала побои. Ты не понимаешь, он тебя когда-нибудь покалечит. Ты о Марусе подумала? Мама, это моя семья. И я его люблю, и я буду с ним, даже если он меня бьет. А, бьет, значит, любит. Твой отец за всю жизнь на меня руку не поднял. Да? А я вот папе сегодня звонила, и он сказал, что он ушел не из-за другой женщины, а потому что у тебя характер тяжелый. Что, так и сказал? Мам, возвращайся домой. Значит, гонишь? Вот возьми. Это деньги на обратный билет хватит. Наташ, где остальные деньги? А папа сказал, что это мои деньги. Ну да. Да. Хватит болтать, иди Машку успокой. Вещи мои верните. Мам, прости, так будет лучше. Лучше кому, дочь? Тебе? Не. Может, Марусе? А вы местный? Да. Скажите, а вот в городе есть какое-нибудь предприятие? В Шумске-то? Ну да. Нет. Раньше балалайки делали, игрушки. А теперь… А вам зачем? Работу ищу. А что, муж не в состоянии обеспечить? А муж объелся груш. Понятно. Ну тогда вам в Гольцево надо. Куда? В Гольцево. Там предприятие по производству керамической плитки, фабрика по упаковке. Там одни женщины, кстати, работают. Наверняка возьмут. А как добраться до вашего Гольцева? 22-й автобус идет. Кстати, через полчаса отходит. Могу показать. Спасибо. Ваш? Мой. Ну, пойдемте. Пойдемте. Делаете? Да так, прошелся по фабрике. Проверил пожарную безопасность. А, ну и как она? Пожарная безопасность. А что здесь делается? Согласно регламенту, в норме. А у вас как? Не взяли. Говорят, свободных вакансий нет. Как нет?
С кем вы там разговаривали? Ну-ка, пойдемте разберемся. Нет, 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 Костя. Что? Меня не взяли по возрасту. Ну, говорят, что работа, требующая внимания, а мне 43. Какое внимание? Это что ж, мимо банки с клеем, что ли, не промахнуться? Ничего себе. А курят до сих пор в неположенном месте. Я им сейчас такой штраф паяю на 43 зарплаты. Это по минимуму. Пойдем, пойдем. Не надо, не надо, не надо. Вы мне скажите лучше, а где здесь ближайший магазин? Я с утра не ела ничего. И я не завтракал. Ну, тогда приглашаю вас в ресторан. Нет, ресторан не надо. У меня просто денег нет. Лучше магазин. Ну, подождите, пожарный я или нет? А пожарные денег не берут. Тут совсем недалеко есть отличный ресторанчик. Папа. Пойдемте, Ниночка. Пойдемте, пойдемте. Выпьем, закусим. Поговорим. Ну, неудобно как-то. Тише они. Тише, Костя. Не беру. Добрый день. Привет, Марина. Мне, как всегда. Да. А ты раньше пробовала? Да. Мне то же самое. А дама тоже будет пить водку? Нет, я... Если чуть-чуть... Нет. Принеси граммов 250. Хорошо. Угу. Костя, извините, а вы женаты? А что? Нет, ничего, просто, ну, разные могут подумать и... Жене расскажут. Да не волнуйтесь. Я вот уже как 3 года разошелся. Не сошлись характерами. А вы, Нина, почему одиноки? Тоже разошлась и тоже не сошлась характером. О, обычная история. И давно? Давно. В прошлой жизни. Так. Пожалуйста. Спасибо, Мариночка. Прошу вас. Спасибо. Может, выпьем? Девушка, сейчас принесу горячий. Скажите, у вас есть какой-нибудь бульончик? А у нас горячий только до 17 часов. Ну, любой суп. Хорошо, можно попросить? Подойдем. А супчиков мы совсем не держим. Ну, Мариночка. Вкусное блюдо. Попробуй. А если поискать? Хорошо. А? Ладно, сделаем вам с фрикадельками. Вот так всегда у нас. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Ну, в ожидании-то. Фрикаделек, может, под салатик. А? За наше случайное, но очень приятное знакомство. Особенно для меня. Давайте. Ниночка. Костя, вы волшебник. Нет, Ниночка, я не волшебник. Я ужас. Любого заведения этого города. Я любое могу закрыть в один момент. Пожарная инспекция – это… Понятно. Да вы ешьте, ешьте. Я же вижу, какая вы голодная. Супчик с фрикадельками. Спасибо. Костя, а кто это? Закажем десерт или мороженое? Галя, директор этого ресторана. А, ясно. Ну, а давайте-ка еще по одной. Не-не-не, не хватит, не хватит. Не-не-не, выпьем на брудершафт, поцелуемся и перейдем на ты. Костя, мне не надо. Нина, давайте. Давайте, давайте. Все, ой, господи, боже мой. Эк у вас. С одной рюмки-то. Я сейчас приду, извините, пожалуйста. Да ничего, ничего. Я быстро. Что сейчас будет, не знаю. Приезжая? Да. Вот, хотела на вашу фабрику устроиться. Да не получилось. А ты ему-то не очень-то верь. А, да мы вместе ехали в автобусе, познакомились, решили перекусить. Вернее, Костя меня пригласил, а я... Да я что, мне работа нужна. Вот. Денег у меня нет, поэтому. Угу. Я сначала хотела тебе космы повыдергивать. А сейчас вижу, ты вроде баба неплохая, а ему не верь. Он сейчас нажрется.
и приставать начнет. А он мне показался порядочным человеком, приличным. Этот фрукт 3 года назад как развелся. И обещал на мне жениться. Правда, до сих пор обещает. А я его кобелину, дура, пою и кормлю на халяву. Так что давай, мотай отсюда. Я тебе дело говорю. Ты потом мне еще спасибо скажешь. О, слышала? Слышала? Началось. Выпивки на 3 копейки. А убытку-то? Знаешь что? Давай. Ко мне в подсобку. Тот Элла уже собрался тебя искать. Давай, давай. Давай, 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 давай. Ты где? Сиди там тихонечко. Поняла? Нина! Нинок! 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 Опять посуду переколошматил. А ты мне не указывай. Не жена, чтобы указывать, поняла? Ну, да. Товарища моего не видала. Что ж ты за пожарник-то такой? От стакана водки так тебя развозит. Галя, тебе сколько раз говорить? Я не пожарник. Я пожарный. Да нет. Пожарные вон там, где-то на пожарах. А ты самый настоящий пожарник. Только толка от тебя никакого. А мзду берешь. Галя, ты меня сейчас обидела. Вот сюда прямо. А я только душу отстаивать стал. Кто за посуду платить будет? Ну не начинай, Галя! Не начинай! Сочтемся. Сочтемся. Так. Ну как? Ну как? Проверка давно у тебя была? Ты хамеешь. На прошлой неделе кто акт подписывал? А есть еще не плановые? Крохобор. Ты, товарищ, моего не видала? Какого? Не того ли, что в юбке был? Ну да. Прогнала я его. Зачем? А чтобы тебе насолить. Ну, Галя, я тебе это припомню. Давай, давай. Припомню, Галя. Давай, давай, беги. Нина! Напугал больно. Нина! Пуганные. В припрыжку побежал. Да не бойся ты. Ой, чай уже не вернется. Я не боюсь. Галина, вы не могли бы одолжить мне немного денег? Мне стыдно просить у вас, но мне больше не у кого. Неожиданный поворот. Мне бы с тебя за ужин содрать, да за разбитую посуду. Ну, вы же знаете, это не я. Ну, знаю. Так мне что же с неба ничего даром не падает? Понимаете, мне только на обратный билет. Я верну. Я обязательно верну. А куда собираешься ехать? Дочь у меня в Шумске. А чего сразу не уехала? Или черти к нам завернули? Да с зятем у меня не все гладко. Ну, в общем, не удивило. Ладно. Убирать у меня некому. Пойдешь? Я? Ну, не я же. Я тебе работу предлагаю за деньги, временную. Пойдешь? Пойду. Пойду. И тебя не интересует, сколько я тебе буду платить? С некоторых пор мне жизнь неинтересна. А деньги... Понятно. Ну что ж, приступай, горемычная. Жить здесь пока будешь. А сейчас давай, прибери за своим ухажером для начала. Спасибо. Thank you.
Привет. Вот уж действительно неожиданная встреча. А я... Да ладно, понимаю, что. С кем не бывает. Ничего-ничего, свои люди, сочтемся. Ну, что такое, Костя? Ну что ты кабенишься? Ну что ты? Ну, пустить! Ну, я одинок, ты одинок. А? Ну что ты? Ну, мужик-то давно Костя! Был, а? Пустите меня! Костя, ну пожалуйста! Ну, господи! Ты? Ну что вы делаете? Что здесь происходит? Костя, что здесь происходит? Пусти! Это я у вас хочу спросить, Галина Николаевна, что происходит? Пускайте в подсобное помещение черт знает кого. Ночлежку здесь устроили? А это вопиющее нарушение пожарной безопасности. Кузин, ты что? Господин Кузин. Господин Кузин Кость Петрович. Это наша уборщица. А это ее инвентарь. Да ну? Да ну. Вижу, какой это инвентарь. Чемодан ее с пожитками. И она сама... Попрошу за мной. А с тобой мы еще увидимся. Ну, гад, выследил. Сейчас вони будет. Я не успела тебя провести по документам. Галина Николаевна! Иду! Ничего, еще что-то придумаем. Наташа. Мам. Привет, мам. Здравствуй. Ты работать пошла? А где Маруся? Маша в садике, на место дали. Я ее одну дома боюсь оставлять. А муж где? Уехал в Курск, то ли в Калугу дома строить. Наташа, дай мне, пожалуйста, немного денег. Из тех, из папиных. Мне очень нужно. У меня нет денег. Леша забрал. Они с другом фирму открыли. Понятно. А Маруся в каком садике? Не надо. Не ходи к ней. Она после твоего отъезда 2 дня ревела, я ее еле успокоила. Ты почему домой не уехала? Чужая ты совсем стала. Ничего не слышишь, ничего не хочешь понять. Ты сама все портишь. Уезжай, так будет лучше.